Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. Можете посмотреть, что сегодня потеплело, 26 на солнышке и больше. И обещают еще до 30 плюс у нас жару. Море 20,8, и люди стартанули на купание. У нас дует южак, ветер где-то 5-6 метров продувает. Немножко не хватает, мне надо хотя бы 8, чтобы выйти в море, покататься на кайте. И смотрим, как другим хорошо и классно нашей водичке. Вот тут детки гуляют, взрослые купаются. То вы видели джимоты, он даже некоторые, смотрите, как глубоко заходят, ничего там не стесняется. Радует, что люди есть еще, и для них погода подарила такие замечательные моменты, в которых могут они получить максимум удовольствия и счастья. Даже смотря в сторону Витязева, мы увидим, сколько и там счастливых, довольных людей, гуляющих по берегу. Если вчера мы наблюдали, в основном все были в куртках, то сегодня люди гуляют в открытых одеждах, ну и купаются в море. Хорошего настроения с 26.09.2022.